Давай, тебе тоже. Нужен брит только, брат. Ладно. Говорит сотрудник ЛСПД, вольте спринтера, немедленно остановитесь. Повторяюсь, говорит сотрудник ЛСПД, немедленно остановитесь. В случае непочинения мы откроем вам огонь. Считаем трех раз. Два. Тыры, ему начинает стрелять по колесам. Какой... У меня оружия недостаточно. К обочине, к обочине, к обочине, к обочине, к обочине. Ну это ты мне говоришь, а ты видел три обочине? Конечно, я говорю, не доморожу. Здравствуйте. О боже мой, а пушка? Сейчас патрот, сейчас патрот. Газу, давай. Газу, газу, газу. Ах, ППшка, ну соскос. Где, 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 где? Ахрен. Як тале? А, тунай ППшка? Ну. Да келя месы, трясай постоянно ППшка. Да я лапиму ранг. Какая разница, прима доля ранг, ППшка трясай. Все, мы умрем. Где эта санная ППшка? Сейчас. Ладно, с рода в рот спар. О, красава. Опа, диндял, 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 пушка. Щеним пушка. Ты никого исчез. Так, здравствуйте, сотрудник ЛСПД Барбоса. Вот мы, что напасть знакомиться, чтобы быть задержан за 117.6, посещение госсотрудника, статья 17.1, посягательство на жизнь госсотрудника, лицензия на оружие имеет, скажите, пожалуйста. Достался пакет, понял, патроны плюс пистолет. Так, на месте стоим. Так, сейчас документы ваши найду. Нашел, знакомься, пожалуйста, брат, сейчас вам перчатки прохлопы верхней. Так, и... у нас еще есть... Так, замечательно, замечательно, прохлопал. Так, сейчас я достану КПК и серию вторучек напротив. Так, вот так вот, угу. Так, так, замечательно, сейчас достану планшет, а обновлёшь приоритет розыск. Да, ебать, о, привет, банановые острова, молодец. Так, зря ты это сказал. Считай, тебе недолго тут осталось. Так, заломал, сейчас пойду с собой, сейчас какой-то автомобиль, почекаю в автомобиль, все время закрою дверь. Плюс запретка, ребята, плюс запретка, ребята. Сейчас бы запрету сказать, ой-ой-ой. Так, вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, можете быть использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок. Также вы имеете право на одного адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Ваш адвокат может присутствовать до и во время допроса. Вы понимаете свои права? Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, можете будет использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок, также вы имеете право на одного адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвокат, он будет предоставлен вам государство. Ваш адвокат может присутствовать до во время допроса. Вы понимаете свои права? Та-т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 а
Al pun în de Morgan. Так, сейчас куда-то автомобиля, остановим запас, человек из автомобиля. Заломаю рук, человек, выйду за собой.
Отпускаю руку. Так, реализовать права будем. Реализовать права будем. Я могу, Денчак? Алло? Алло? Ты мало зорно? Шерифу? Че за бред? Реализовать права будем, спрашиваю. Так, ладно. Адвокат. Так, жду ровно одну минуту. Не будет ответа. Продолжу. Сейчас у нас 13:52. Всем привет. Я хочу устроиться к вам. Вы маленько перепутали район. Я увидел на стриме, что вы тут пишете. А, понятно. Так, ну что ж, минута прошла, ответа не услышал за санпечатки. Прохлопаю верхний шачек напротив. Так, вамас, смотри. Так, зип-пакет поднял и взял все патроны, которые человек поставил зип-пакет. Так, хорошо. Так, сейчас найду лицензию на оружие человека, да, достану порвы вообще. Выкину ее. Так, хорошо. Так. Так, сейчас стал телефон за фотографию для отчета. Значит, задержан за статью 17.6 «Посещение госсотрудника» и статья 17.1 по посягательству на жизнь госсотрудника. Хорошо. Заломай оружие, пойду с тобой. Так вот, смотрите, мораль такова. 5 тысяч штраф, либо 50 минут до Моргана, без лицензии 15 тысяч, плюс еще бан. И по итогу, конечно же, кто душнело? О, боже ты мой, вы какие жалкие просто. Какие жалкие вы.